По проекту здесь предусмотрены комплексы для самых маленьких, а также детей постарше, тренажеры для подростков и взрослых, спортивное оборудование для занятий воркаутом, а также скамейки, урны, озеленение, парковочные места. Разместить площадку планируется в переулке Широком. Отдать свой голос за проект можно будет в единый день голосования 18 марта. Гастагаевцы это могут сделать в Станичном доме культуры, зданиях школы искусств и 15-й общеобразовательной школы. Обязательно нужно здесь сделать парк отдыха, зеленая зона, чтобы была, чтобы родители могли прийти погулять с детьми на участке. Вот, значит, сам парк у нас в Гастагаевской в центре очень далеко, поэтому нужно, чтобы здесь тоже появилась эта зеленая зона.